Всем привет! Мы были в магазине, сейчас покажу, что купили. Вот морковочки тёртые, две. И мы были в прошлый раз в Walmart'е, уже сходили, да? Вот, и я покажу закупку, как бы. И вот этот второй, конец апреля, 17-е было, какое там 7 число, не знаю. Вот, это, так сказать, подзакупочка такая, не особо тут много. Больше ничего нету, да? Ну, вот такой суп, в принципе, тут так, ерунду, ну, как бы, такие продукты не суть важные. Ну, тут колбаски, правда, важные, вот, это салями, мы никогда не брали и крутили носом всегда, итальянская написано, итальян. Вот, мне понравилось, очень вкусное, и что-то тут нам, какие-то семечки присутствуют, надо было смотреть, а там вроде бы не было, ну, ладно, посмотрим, что мы... Этот творог зерновой в Америке такой, манго, ой, авокадо. Вот, наггетсы мои часто стала завтракать прям ими, так вот соус так и не попробовала. Что ты там стучишь? Вот, это видео. Вот конфеты вот такие-то в Америке популярные, белые, с белой начинкой. Я не поняла, какие, но вроде такие я брала. Они, в общем, внутри что-то шоколадное, что ли, или снаружи белое. В общем, не поняла, но они еще и с кокосом. Ну, какие-то похожие, значит, я брала. Этот, сливки такие, в общем, я взяла. Не помню, чего хотела с них. Йогурт вот такой. С вареньями взяла. Мама за творог говорит. Я говорю, ну, возьми мне тогда такой. Это суп овощной, сыра много они ложат. Варят такой суп, это классический американский суп с брокколи, чеддер суп. Вот, ну может я как-нибудь сварю даже, не знаю, покажу, прям как они готовят его. Вот, и взяли, вот этот, как он называется, моцарелла. Вот, кусочками порезанный мама. Это мама взяла себе. Вот, а у меня такие кругленькие. Вот это мы взяли по дороге, жевали. Очень вкусно это, ну, из лаваша, лепешки. С мясом куриным, завернутые лепешки. Мясо куриное, сыр, какой-то соус вкусный. И вот листочки салат, латук. Или как он там, и все. А курица это, да, курица, которая свежая, они жарят курицу, гриль делают. То есть это натуральная курица. Такая курица объедение. Мы с вами по дороге слопали одну. А них тут две. $5 такая стоит. Вот, и нам очень понравилось. Можно в парк ехать и брать с собой. Вот, а здесь это тирамису. Это как раз тирамису. Я думала, может, похоже. Думала, это другой тот вообще-то. Попробуем, вот сверху. И вот прослойка какая-то. В общем, попробуем. Я думала, это обычный пикейк, пирожный, и все. Вот это банановое. Здесь печенье. Банановая помадка такая вкусная. И творожная, не сливки. Вот. И печенька сверху. Почему-то этот помятый. От мы, наверное, помяли продуктами. И морковный пирог. Карат кейк. Фрешнес, какой-то, горенсес, ну, короче, не знаю. Вот, и морковный пирог, кейк, карат. И он такой немножко темный, но посмотрим, может, вкус он должен с овощами быть, я так понимаю. Но, надеюсь, сладкий хоть. И с кремом. Мы как-то брали, нам не понравилось, но мы другое что-то брали. В общем, и вот такие вафли. Это американские вафли. Нас посадили меня. Они блогеры, мы смотрели. Вот, большая семейка. И мы их нашли тоже у нас в Walmart'е есть. Вкусные вафли, вот такие вот. С белой начинкой, с орешками, с вафельком. Ну, все, и вот ананас мы покупали вот в прошлый раз. А теперь вот эта вторая закупка. И еще это мы в Костко поедем. Но, ну, может, еще не раз в Walmart'ку попадем. Вот, и тоже гулять будем, так точно. Ну, пока деньги есть. Ну, у нас уже 17-е, какое-то 20-е число.
скоро. И там, ну еще 10 дней, 5-го опять у нас деньги добавят. Вот, и сейчас про покупки с Морози покажу. И вообще завтра мы покажем. На вещи принесут, мы купили там кое-что. Я снимала как могла и покажу, что нам мы купили. В принципе, там уже, да, хвостики я уже, как сказать, опережаю. Ну, в общем, все. Так, что мы купили, сейчас покажем. Что-то я помню, вроде, это, забыла уже, что... А, сладкая там. Сейчас вспомню. Это половина. Одежда, да. Товаров, а завтра еще половина. Я-то одежду знаю. Я забыла. Это не продуктовый магазин, там сладости просто продаются есть. У нас два чека будет. Угу. 82 доллара. Это вот это, да? 82.40 мы. Потому что с конфетами по 3 доллара, по 4 доллара, 3 по пачке. Так, кофта. Блузка такая маме. На собрание это ты говоришь? Ну да, да, потому что... Летом ходить, если... Да. Это... Все равно скоро на машине ездить. Угу. В машине кондиционер. Вот это вот даже хорошо, что он работает. Поэтому... Угу. Само классно. Хорошая, красивая, свеженькая блюдечка. Что там она есть? Элочка. Так. Сколько это стоит? 12,99. 13 долларов. А, стоила она двадцатку. Да. 20. В магазине сколько, не знаю. А, пришла по 20. Ее уценили до 13 долларов. Отлично. Хорошая блузочка. Mm-hmm. Очень материал приятный. Какой-то, как и шелк какой-то есть, да? Mm-hmm. Но он на тело одеваешь, такой прохладный, классный. Прям приятный очень блузка. Надо ее отпарить нашим утюжком. Теперь у нас утюжок есть. Ну, несколько тут нашли. Так, это дома. Я, в общем, замерзла пока что. Она такая классная, кстати. Mm-hmm. Нигде не давит, нигде такая вся. Она немножечко тянется. Стрейч. Да, и она сидит так идеально. Хоть она немножечко такая бабушкина, расцветочка. Но очень комфортная она, очень комфортная. Я только за это взяла. И прохладненькая. Вот. А, да, стоит. Что у нас теперь сладостей? Хотя бы лопайся. Стоит. Ну, она стоила 10, а сейчас она 7. Ну, это бренды, наверное, такие, класс. Так себе. Угу. Ну, дома носить угу. Самое то. Лето будет жарко. Да, вот. И это вещи мы с собой унесли, а другие вещи еще завтра нам привезут на машине. В машине. Угу, уехали. Не по адресу уехали, мимо нас. У меня нету такой тоненькой летненькой кофты. Mm-hmm. Иногда заходишь в магазин, и кондишены так работают сильно, что хочется что-то одеть. Вот. Но или ветерок какой-то холодный. Ну, да, у нас тут такой есть. Чтобы она прям тоненькая. Вот, я вот сейчас такой сезон. Нашли мы такую, да, кофточку для меня. У Светы есть. У меня и не жарко, и не холодно, mm-hmm. и не знаешь, что, и ветер, и вот... Была на 16, продали ее за 9. Класс. А у меня вот эта, например, она толстая. Она такая, без пуговичек, так, mm-hmm. как она называется-то, я забыла. Кардиган, наверное, да? Кардиганчик, да. Я точно не знаю. Стрейчевая, классная, трикотаж я обожаю, поэтому прям приятная очень на ощупь, мягенькая такая. Так, все, с вещами. Ну, в России тоже есть такая погода, которую не знаешь, что делать. Угу. Но тут да, тоже да. Часто такая, она то резкие перепады, сейчас так сказать. Сейчас весна, осень, а лето, это там вечером нет, там, выходишь там как, до часу ночи. Рукавом, да, то есть там то вообще есть, нет да. проблем. В России там до 11, до 12, а у нас ночи. До полуночи можно ходить, прохлаждаться. Ну как? Под утро только прохладно будет, да, а все, что раньше, то тепло. Это палочки... На печеньках, да? Палочки. Ну, когда есть корейские, вроде палочки, такие палочки в Walmart, мы брали. И на них орешки, mm-hmm. и обливают сверху шоколадом. Это я обожаю. Света mm-hmm. нет, а я обожаю прям
С чем они? А, ну с орехом, да. Угу. С шоколадом вот и орехом. Очень вкусные. Что-то, мне кажется, темноватую взяла этот шоколад. Ничего. Это Света. Эти печенюшки какие-то. Я не знаю, она что-то рассказывала мне. Ой, вот видишь, там орех он нарисованный. И карамель, орех. То есть орехово-шоколадная карамель. Вот, да. Она молочная, видимо, будет. И что-то. Начиночка там такая. Да, и подушечки такие, начинка. Угу. Медвежата. Не знаю, мы ни разу не брали. Сколько это удовольствие? $3. Ой, очки у меня, не знаю где. А стоило сколько, не знаю, не вижу даже. Есть здесь цена, нет? Да, есть вот $2. Нет, стоило сколько? Нету там цены? Что-то я смотрю. Ага, ну нет. Я не знаю, сколько она стоила. Давай пробовать, распаковывай. Да? Да, сейчас попробуем. Так. Так, вот. Печеньки распаковали с трудом. Вот, наверное, по несколько штук. Ага. Мягенькие, я чувствую. Ну, тут в несколько слоев еще там слой такой же. Mm-hmm. Ну, немножко. Mm-hmm. Я думала, они тут россыпью будут. Хотя... Ну, давай, пробуй, распаковывай, пробуй. Опять я? Mm-hmm. Пробовать опять я? Что говоришь? О, как орешком пахнет. Mm-hmm. Вкусно очень. Пахнут так, орехом. Прям такие пробуй. Душистые. Прям вообще. Именно жареным орехом таким. Mm-hmm. Ну, должны быть вкусные. Угу. На какого пока? Вафельки. Угу. Мы взяли карамельно, опять с орехом и карамелью. Ну, они будут 100% вкусненькие, вот такие маленькие. Мы уже брали их, хорошие, очень вкусные. Ну, ты распаковывай, потому что положим в пакетиках, надо. Чтобы знать, что свежие, ну, а то мы как-то брали, были старые. Угу. Вкусные. Угу. Вот такой орешек такой. Слушай, а чего шоколада-то не слышу? Надо раскусить, посмотреть. Как будто шоколада и нету. Тут шоколада и нету, тут карамель и орехи. А, это разве карамель? И все, и печенька. Mm-hmm. Ну да. Бедные, они все помялись. У меня тут молоко. Орешки свеженькие, давай, хорошие. Ой, да? Орешки. Знаете, вот они с этим, с шоколадом, дочь. Сейчас... Или это карамель внутри. Ну, вот попробуй, потому что это надо. Нет, пробовать. Это шоколад, видно. Шоколад? Сейчас праздники, я подумала, ну, да, вроде шоколад. Праздники быстро товар разбирается и будут свежие, а иногда залеживаются там. Мы берем. Немножко, или пока мы их довезли, потому что в сумке. Пробуем. Вкусный, да? Шоколад? Mm-hmm. О. Мягкие такие, по губам ешь. Угу. Так поэтому они так помялись. Я знаю, мы уже брали. Они такие нежные. Угу. Там еще белая пачка была, может, не знаю. Лучше, не лучше. Так, мы взяли ёржик. У нас уже надо менять. Хороший. По-другому он не нужен. Аккуратненький стоит себе. Что-то такое, я даже не знаю. Тяжеленький, не перевернется. Да? О, ты глянь, он $16 стоил. О, я не могу. Уценили за $9 мы его купили. Ну, в Рос как бы экономно покупать, потому что на всем скидочка. Хоть небольшая, а на чем-то вообще в половину, а то и больше. Вот разные вещи мы покупали. Хорошие очень. А вот он. 8, $9 и 15. Угу. А в магазине почем? Дороже был в магазине. Это мы уже знаем, что вот так вот обычно цена еще больше. Не знаю, что это, из чего это. Какая-то жесткая штука, не пластмасс. Класс. Так, что еще? А, вот мы что еще взяли. Свете набор маникюрный. Ну, сейчас распечатаем, лучше покажем, из-за чего мы взяли. А ты делай, распаковывай и говори.